нервничает собака. Если собака нервничает, гигиена начинает с ног, с лап, лапки, пятки побрить. Более-менее простой, потому что на уши, если с ушей начинается, надо было дергаться, не стоит. Скажи, кажется, буду успокоиться. Начинаем просто с пяток. Возьми заднюю сторону, чтобы цикл попроще. Задний ход опять-таки не с передней, чтобы он немножко успокоен, цветов спине. Три пальца основные держат стопы скакательного, на указательный вожу, большим придерживаю. Сначала от когтей, всю внутреннюю часть снимаю, лапки чистые. Снимаю. Дальше большой указательный палец раскрывает пальцы в сторону. Убираем все изнутри. Держим лапки вверх. 0,25 нашу. Если собака сопротивляется, выбираем. Фикс под мышку. Все, не боимся. В любом случае, если собака сопротивляется, мы ей не отдаем лапку. Мы держим его до последнего. Значит, если он вырвется у нас, значит, он победил. Значит, мы так будем дальше бороться. Вот он чуть-чуть сопротивлялся, все. Я понял, что никуда не денется, успокоился. Следующий. Под живот убираю, чтобы не садился, не мешал. Лапу поднимаю так, чтобы не задирать ее сильно, сильно высоко. Все то же самое. На трех пальцах лежит. Сначала убираю все отсюда, чтобы без себя не сидеть. Из-под ногтей. Ну, еще иногда можно здесь вот пяточки, буквально пару миллиметров тоже убрать. Большим указательным пальцем раскрываю крайние пальцы его в сторону и аккуратненько убираю все, что есть изнутри, не заходя на боковые стороны пальчика. Эту сторону тоже чуть-чуть можно подправить. Ай, молодец. А вот этим маленьким триммером можно сделать гигиену? Можно делать маленьким триммером, если комфортно делать это маленьким триммером. То же самое все делается. Но чтобы это был корпус, чтобы это было аккуратно. Вторую будешь делать сама. Дальше, пока нож на 25 стоит, мы делаем ниже ухо. Они снимают ухо коротко. Фиксируем очень крепко ухо. Тремя пальцами. Ну, раз здесь выше, чем астрезин, но все равно хотя бы до третьего уха, то есть не так глубоко. Тут было 40, потому что это уже в украшалку пойдет. 0,25. От серединки разворачиваю нож, продеюсь краем ухо. В одну сторону и в другую сторону. По указательному пальцу веду так, чтобы нож максимум все снимал. Ну, вот так чуть-чуть. Да, изнутри. Вот это выщипывается все, то, что внутри самой раковины. То, что на наружной части раковины, согревая, здесь будет украшающий волос, вставляю до него. Вот, здесь у нас уже не будет украшалки. Снимаем. В одну сторону. И в другую. Здесь украшалка. До него. Внутри все защищено. Вот это уже все внутренняя часть будет ущипываться. Угу. Так, вкратце, да, уже когда голову, чтобы не нервничал. Ну да, иначе лучше не достал. Край, окантовка. Побрила, держу тоже крепко, между пальцами зажимаю ухо. Оставила специально чуть-чуть здесь, не добивала на кончик, чтобы его нормально сформировать. Пальцем отодвигаю волосы в противоположную сторону. Вот, у меня же две руки рисуют собак. И в краешек аккуратненько застригаем. Здесь у нас уже пойдет от третьего ушка украшалка. Маленький. Соответственно, кукушки. Да, так как голова короткая, это даже не на 45 градусов будет украшающий уходит, а еще меньше, то есть, ну, реально, градусов 30. Опа, начинает от уха отходить украшалка. Угу. В другую сторону, зажимаю между пальцами, все вот эти волосы отодвигаю. И от кончика делаем острое ушко. До украшающего волоса. Ровный, четкий край. Следим так, чтобы не зарезать край уха. Супер страшно, конечно, ничего нет. Если вдруг такое случится, к этому стремиться не надо. Если задеваешь край уха, аккуратненько для остановки крови пудрой прижигаешь. Капиллярно все это останавливается. Ухо сделали, пятки побрили. А вот эти, которые... Вот эти вот шерсть, которая сюда вот идет. Это когда голову подойдет? Вот это вот все уже, когда голова стрижется, и оно будет в украшающий волос перед ухом уходить. Mm-hmm. Оно не сбривается. Дальше нос коротко снимаю. Полтора, да? Полтора, да. Полтора подлинная. Иногда даже у глаз на 25 стреляет. Быстро отрастают волосы. Ну, нужно смотреть. У него достаточно глубины, ну, достаточно густоты волос. Он не будет прям в лысую смотреться. Если у собаки очень мало волос на носу, то лучше делать вообще ножницами, чтобы было подлиннее. От перегородки между глаз. И нож только параллельно носу веду. Не загибай его ни в какую из сторон. Mm-hmm. То есть он у меня туда не наклоняется вообще ни в коем случае.
только вот так параллель провела, все, все остальное ножницами. Ножницами можно это уже делать? Да, можно это делать ножницами. Ножницами будет подлиннее. У него высоты достаточно, нос не вытянет. Он очень короткий, супер, он у него будет дольше отрастать. Не выйдет он в глаза, это ничего лезть. Вот. И масса выше. Еще можно сделать так. 0,25. Ну, естественно, собака есть. И вот эту вот всю фигню отвела глазу. Чуть-чуть убираю. Прям на миллиметр. Чуть-чуть, ну, чуть-чуть, чтобы вот это все вообще было чисто. Покрашенные черти. Убирать или? Покрашенные, ну, длинные такие уходят, бывает, закисать сильно когда. Это только если у собаки короткая голова, если у него бреется нос, соответственно, можно вот от глаз вот это отстричь. То есть либо я это 0,25 ножом делаю, либо это можно сделать маленькими ножничками, и ты это просто убираешь. Именно только у уголков глаз, то, что уходит вниз, туда не надо. Совсем, отмывать надо. И хозяин говорит, что вычистили. Уже очень красиво. Уже молодец. Гигиена, паха, попа. Тоже половину, короче, делаю, вторую половину тебе. Попа. Хвост на 1 сантиметр открываем. Опять-таки, я брею это дело полуторкой, чтобы это было аккуратно. Но если собака, например, первый раз приходит, я просто потом хозяину говорю, коротко пробрила. Наблюдайте, если вдруг собаки будут сильно это расчесывать, иногда такое бывает, что они расчесывают на короткую стрижку, то в следующий раз обязательно скажите, чтобы мы не стригли ему попу и пах коротко. Вообще, открывайте все, обычно какие-то навески не оставляйте, если только не просит. Если только не просит. Пах, легкая акробатика. Одну могу держать, вторую закидываешь на запястье. Открывается весь пах. Может, пока он так стоит, будет делать. Ну да, короче, без, только без как бы фанатизма, не то, что я хочу им там 0,20, фу, 1,5 миллиметра, все типа против шерсти побрить, особенно там мошонка, если он даже кастрированный, ее вот так больше, больше по шерсти даже прохожу, не пытаюсь мошонку ему выбить против шерсти 1,5. И сюда на ляжечку чуть-чуть захожу, треугольником. Ну, у него здесь колокольчики, к нему поглубже захожу, а так вот на ляжечку прям треугольником реально все это убираю, выбиваю. Вот волосы отсюда уже, где мясо такое заканчивается, начинает уходить в провал. Вот отсюда волосы уже будут в штанишку уходить, если штанишки у него длинные. Ну, у него просто колокольчик короткий, в его варианте можно даже и поглубже зайти. Колокольчики тогда что значит? Ну, то, что только от запястья. Вот запястье. От каталки вниз. Да. Вторая сторона. Аккуратненько. Вот, опять-таки, если есть штанишки, вот только вот этот треугольничек мы сюда сбиваем, а здесь волосы, они сюда будут уходить у нас для штанишки. А здесь, получается, первые, вторые сисечки. Вторых сисечек можно спокойно сюда убирать. Если есть юбочка, то с юбочкой вообще аккуратнее, может быть, даже здесь волосы на юбочку придется оставить. И тоже, если есть юбочка, может быть, он чуть-чуть пониже будет. С одной стороны. С второй стороны. Волосы уже начали немножко бугутовые падаться. Еще раз подбираю. Все так, может быть, еще после мытья он вообще там развяжется и еще там заберу поправлю. Дальше корпус. Шестеркой снимаем. Здесь тоже все, в принципе, просто. 6,3 миллиметра. Короче, хвосты я не люблю короткие забривать. Хвост, чтобы он органично с телом смотрелся. Если он кто-то обкромсал, все, прикольно. Ладно, будем делать так, как обычно делаем. Примерно большой палец на сантиметр от основания хвоста. Это дело начинает брить. А дальше уже будет формироваться сам хвост, само перышко. Только шерсти. Здесь получается у нас типа колокольчик будет. Отскакательного сустава тоже все не собираем. Просто обычно ничего не оставляем. Если собака густая, в этой стрижке реально можно даже и на 3 мм побрить. Если, например, на лето приходят, они просят вообще там короче. Ну, главное смотреть так, чтобы нож подходил по длине, чтобы он, естественно, не посвечивал. Чтобы не засвечивал, да. Да. Ну, по густоте. Слушай, он густой, на самом деле его тоже можно тройкой брить. Но сейчас... По шерсти только? Нет, зачем по шерсти? Против. Да, сейчас просто уже не лето, поэтому его не делают. Вот. Если бы они пришли, например, при лету, в жару, я бы его прям тройкой побрила против шерсти. Но колокольчики перехода особо не надо прям выводить. Ну, точнее, как бы надо, но это не будет иметь большого значения.
А если штанишки делаем, то только шестерку греем, иначе ты не выйдешь в переход на 3 мм. Тяжело будет очень за редким исключением. Штанишки есть, да? Да, если высокие штанишки. Переход да. По 6 см? По 6 см. Здесь он стоит, примерно высота, чтобы была одинаковая. Ну там где вихур? А? Там вихур какой-то есть, как бы Иногда вихур бывает низковато. А. Иногда высоковато, всех по-разному. Так, чтобы они были более или менее передние и задние на одной высоте. Аккуратно подкладки, очень аккуратно. Даже сделаем так. На лапу, так как там сложно это выгребать, у меня шестерка не очень аккуратно получается. 3,2 нож. С внутренней стороны задней лапы. Тоже откопал все ее кудра до паха, до наших. Уже сбитых заранее. Внутри 3,2. И здесь тоже лапу. 3,2. И, короче, получится аккуратнее, чем шестерку двигаешь. Подмышки не 3,2, не 6 вообще не идет. Подмышка только на 1,5 метра взрывается. Здесь будет время. И еще момент. 3,2. Давай манишку. Вот это сейчас. Тоже не 6. 6 не получится такое. Вот это все вихры убираются, как бы. Да. На 3,2 они хорошо снимаются, в принципе. А тройка можно? Можно, конечно. Вот на полуторку аккуратно, на полуторку они могут уже расщелкнуть. Mm-hmm. Это будет, конечно, еще круче, еще аккуратнее. Уже у меня даже ножа полтора. Это двойка. Двойка. Это у тебя двойка будет там. Завихрение все. Убираем. 6,3 возвращаю на шею. Так как у него никаких там этих ничего нет, я никакие занавески сзади на голове тоже не оставляю собакам. Шею прям. Силу прям даже так вот, чтобы это все прям не было. И под пальчик свободно. Не сильно зажимаю шерсть. А срезаю. Ножницы держу либо в плоскости, если это по длине полусфера, либо градусов под 45. Не рублю вот так вот. Угу. По 90 градусов. Градусов под 45. Заднее, то, что у нас сзади находится, прям тоже вровень с одной плоскости с пяткой состригаю. Вот, если здесь какие-то волосы начинают на пяточки лазить, также маленькими ножничками, все, отправляем. Круто. Вот, с передней стороны, чтобы подлиннее осталось, отступаю от самой пятки. Угу, видно? Угу. Ну, увеличение немножечко. Угу, круто. На саму пятку шерсть тоже немножко наступает по задней поверхности. Ой, я снимала уже, сейчас началась. Вот. Вот, поставить лапу. Еще это тоже немножко причесали, тянули. И здесь уже как раз это. Ну, короче, здесь тоже чуть непонятно, как пострижено. Такое странное что-то было. И мне кажется, они сами его будут постригать. Что-то, конечно, так что-то вообще. Филировочкой рисую вот эту заднюю линию. Клокочки всегда делаю короткие. Я их не длинные. Если только попросят какие-то длинные вот эти клокочки, оставляю. Если не просят, делаю всегда короткие. Линию рисую. Угу. Пятки. Отсюда же задняя линия. Все назад туда зачесываю. Вот эти волосы. Вот у меня полусфера образовавшаяся. Пониже их все подбираю. Филировочка, потому что волосы уйдут туда вперед, чтобы это срезами не было, дугами. Но при этом, в какую сторону он там не мотни, оно будет примерно все одинаково, не будет ничего там торчать. Проекцию немножечко меняю, своего собственного взгляда. Опять вернулся на ночной часал, смотрю, немножко как бы спереди. И еще раз линию поправляю. Заднюю. И внутреннюю также. Сюда, опять сюда все перечесываю. Уже, то есть там я смотрела именно по плоскости, а здесь я смотрю в плоскости на лапу. Вот у меня вниз отчесано. Лапа приподнята чуть-чуть в сторону, градусов там 45, потому что собаке было комфортно. Тут зоечку ты мой засыпаешь. И вот у меня лапа где-то на сантиметр отступает. И ты мой зойку не спи, не спи, мой зайчик. Не плоды, не плоды. Почему не спим? Не спим. Он уже успокоился, я понял, что его стасается время. Угу. Переход тоже делаем, немножко тут не прорабатываем, чтобы это не торчало. Вот это как раз плохо. Почти с пяткой вот это все. Ага. Побираю сюда. К переднему углу. Переднему углу. Ну как оказывается надо. Класс. Вот это да, быстро так.
отсюда все, тоже прям сбоку, на переднюю выходит. До какого момента забирать? До какого забирается? Да все, до боковой поверхности. А, и здесь у нас должна быть прямая линия от угла до кончика лапки. Да. Тут уже как бы как поймаешь ее состричь. Все, получается, по объему она вся проработанная. А также можно и полностью делать и другие лапы, в смысле, и вверху, и по такой же. Конечно, там дальше по переходам все так и делается. Вот, у тебя получается то, что весь твой колокольчик короткий и по объему проработанный. Идеальное объяснение, мне очень нравится. А если ты этого не делаешь, у тебя здесь все волосы длинные, да. Когда у тебя собака уже грязненькая становится, более-менее, вот это вот все встает дыбом. Может, я как раз это все встает дыбом, вот, и оно здесь торчит, это длинное. Когда ты прорабатываешь по объему, он даже когда более-менее грязнится, оно примерно в той же самой форме и остается лежать. Супер, оказывается. Короткий колокольчик. Практично. И также шлицу можно лапки. Практично и удобно. Но это как бы время еще занимает. Вот, еще когда ты вот так вот ставила по задней поверхности, ну и штырь торчащий всякие да. есть. Можно шлифану с того бок снимать. Он сейчас стоит в стойке. Вот у тебя самая длинная часть скакалочки. Просто немножко линию шлифуешь прямыми изогнутыми. И там, если надо, здесь свою там полусферу управляешь. Тоже там какие-то стоит, там где-то полусфера. По-моему, стоит у тебя. Кончики там подрезаешь, округляешь. Да, передние. То же самое. Лучше даже силки там вот это все. Оттянули. Собрали. Не зажимая сильно. У меня здесь пальцы должны свободно держать. Ага. Они не зажимают. Чтобы не перетягивать. Да, шерсть, чтобы не перетягивать шерсть. Саму. Иначе, если ты ее затянешь, а потом ты ее отпустишь, она у тебя наверх туда задерется, и у тебя будут жесткие застриги. У тебя вот эта шерсть вот сюда вот задерется. Она должна поэтому легко прям лежать. И градусов там, не знаю, под 45 туда нужно. Либо же, если уровень, она будет у тебя еще длиннее, либо же под 45 чуть-чуть покороче. Это передний край. Внутренняя часть лапы. Коротко убираю обычно. Ну, уже вот вровень она сейчас. Стригаю, вровень ножницы держу. Задняя часть. Тоже вот подушечка, вот вровень сюда ее стригаю. Тоже немножечко сюда находить будет. Тогда в пол ляжет. И соединяю передний край и задний край со внешнего боку. Аккуратнее всего, потому что это наша зона видимости. Самое. Запасом небольшим, да? Да, запасом. Вот у нас внутри что-то вышло здесь. Тёма там где-то не добрили, что-то здесь торчит. Может, это очень сильно страшно. Не страшно. Не страшно, не страшно никакого. Дальше. Сначала, здесь сначала филлер я прохожу. Давай, зачем мы встанем. Объем убираю. Он у меня прям и с той стороны зацепляет тоже. То есть у меня с той стороны лапы вся шерсть примерно так же вот сюда вот уходит. Вот это вот слово «куда решилось», когда подойдет для этих целей, вот недавно. Я не знаю, что это фигня такая. Сейчас я тебе покажу. И вот сюда создала его. Сейчас я постану. Давай видео мы запишем. Мы же видео пишем. Лапу как ты красиво держишь. Да, покажи видео. Да ты мой мальчик. Кто у меня уже спал? Кто у меня молодец такой уже спал? Два. Тайфун, да? Может, вот так аж все с воды. Не буду я тебе никому показывать. Вот видишь, сейчас пустим, он уже так, как это, градиентом падает вниз волос. С такими собаками, конечно, сложно, потому что они не стоят. Нужно по 10 раз набирать волосы и по 10 раз это стригать. Конечно, проще, просто сделать длинный колокольчик, не обрабатывая объем. Но эффект вот это другой. Дальше, переднюю часть. Мы создали сам переход. Теперь весь объем снимаем тоже. Сбоку забираем, с одного из второго. Будем собаку пока надеть, пытаемся ее поставить, собрать шерсть. Короткая там шерсть или нормально? Ну, не так много, кровато. Заяц, стоим. Для этого нужно собаку приучать к стрижке. Нормально, адекватно к нему относиться, как к собаке. Не сюсюкать с ним слишком, чтобы он не делал таких вещей в дальнейшем. Скорее всего, кто его стриг перед этим с самого детства, они с ним сюсюкали. Собака просто начинает дергать лапами, не давать, он не понимает. Он просто понимает, что он может это сделать, он свалит. Его там, может, еще даже посюсюкают потом. И переучивать тяжело. Самое детство, особенно все месяцы, будет еще много собаки. По передней поверхности снимаем объем. Филировка. Хорошо. Только прям мягкими филировочками это делается все. Дальше. Объем мы сняли. Ставим собаку. Ставим его. Отчесываем это все, так как есть. Стараемся держать так собаку, чтобы она у тебя, лапы по туловищу пролезла, потому что это типа стойка. Там уж как поймаешь, как бы. Такое, искусство. И делаем заднюю линию.
Здесь тоже небольшой завтрак есть. Небольшой застрик? Ну, в принципе, он не мешает, его даже не видно практически. Такой короткий колокольчик. Сделали. Полусфера там по-самому поправили. Ты линию сделала. Сделал линию, потом лапу чуть-чуть поднимаешь. Чесываешь за это передней и филировкой. Все это чуточку поправляешь. Вот у тебя такой короткий колокольчик. Короткая лапулечка, и вот его филировкой подравниваешь. Дальняя часть, то же самое. Ее под углом здесь видно, срез нашей полусферы. Вот она вся кругленькая, пошла туда вверх чуть-чуть. Дальше, вид спереди. То же самое. Но его здесь как бы не фанатично. Вот мы начесали в сторону. Ну, здесь особо ничего так округляешь и не подправляешь. Особенно это, что вот у нас нога, и вот он там на сколько, на сантиметр полтора, там она отходит чуть-чуть, ну, чтобы глобально ничего не прокапило, ничего не торчало. Длинно. С внутренней стороны. То же самое. Чуть-чуть под наклоном, а лапу выводим градусов там на 30 в сторону, и шерсть немножечко вниз сюда оттягиваем. Лапа. Отставились. И все, что торчит. Убираем. В разных ракурсах проверить, чтобы нигде ничего сильно не вылазило. Это получается от короткого на удлинение, на удлинение, на удлинение, на удлинение до вот этой длины. Ее вот эта длина, там объем не убирается обычно, да, такой сакантуется? Вот. На этой штуке. Он у тебя везде убран, на все 360, потому что здесь ты его заводила сюда, ты его сразу убрала даже отсюда, то есть он у тебя отсюда пошел на удлинение, на удлинение, на удлинение, и создал себе вот нижнюю часть колокольчика. Какая его. Высота? Высок. Зачесала. Так, первое, что делаем, треугольник. Покуда устричь. Как его стричь? Подержу. Не надо, не надо. Треугольник. От угла глаза к краю уха. Собираю все к середине. Без затылка, да? Без затылка. От пальца. Ага. Филировками. Филировками. Ну, на самом деле, можно не филировками, все равно это потом можно проходить. Ну, после купания уже тоже можно взять. Ну, это вообще, если честно, я даже сама не знаю, как могу постричься с такими его поведениями. Я могу рукой подержать. Ну, он будет все равно мотать. Это жесть. Нет, тут как бы технично, да, я не знаю, не проработаешь, это тоже нормально. Как тебя стригут собаку? Я тебе даже не могу показать свои техники стрижки, потому что, ну, у меня редко. Ну, еще будет китайская хохлатая шицу. Ну, у них по-другому все головы стригутся. Я не знаю, я ему тогда буду под пальцы это делать, потому что да. Он вообще голову не дает. В основном все такие клиенты, которые не дают голову. Ничего подобного, я не знаю, у меня вообще нет ни одного такого клиента. Ведь это редко встречается, чтобы настолько, как бы... Ну, особенно возле глаз, а вот эту часть... Ну, тут даже не знаю, блин, где. И другой ирокез, получается, один вид, другой нет. Да. Ну, вот как его стричь, если он вообще не дает? Что с тобой собака делает на стрижках, ты мне скажи. Укладывали его. А? Может, укладывали его на стрижку? Не знаю, что делать. Здесь короче, здесь длиннее. На оттяжку взяла, чтобы было понятно. Здесь самый длинный у нас. Хорошо. Илюша, самый длинный. Здесь как-то здесь зад, я даже не знаю, где подбудить его. Под расческу, да, надо филерами? Ну, это все, конечно, делается обычно под расческой. Ну, значит, это буду делать так, как есть. Уже, потому что я не знаю. Либо подсосать меньше водить, вот сама. Это экспромт. Это просто стрижка экспромт. Вот ситуация. А вот этой за ушами, которая шерсть, вот эта, вот там, где как раз стрижешь, ее как-то укладывается на украшающую, которая внизу ну, ухода, да? Ну, она сюда на ухо идти, ага. Да. То есть сюда, соседи сюда вот, вот все учесываешь, а вот это затылок, на каких не оставлять их штук. Да, мотающихся. Ножницы, фешня. Что это надо? Как ему это постричь? Кто его знает? Даже да, что не то, чтобы сам держать, он даже под пальцы с трудом голову, понимаешь. Ну, такой же очень симпатичный. Хорошо, что вот так, то есть он стоит, и ты вот так вот делаешь. Вот на плоскости как бы обрабатываешь. Куда пошел?
А если сразу длину снимать под расческу, это неудобно снимается. Сразу же. Ну, нет, ты основную длину просто убираешь под пальцы, а потом уже под расчесочку все это дело заравниваешь. Не знаю, как это сделать. Все вперед начесываем. Вот так, вот это важная деталь. И челку убираем. Чуть-чуть голову опускаю, держу вот под эти косточки. И не шею зажимаем. Да. Я держу под косточки. Фиксируется. Под косточки фиксирую голову, так что он не утонул. Здесь нужно челочку. Вот она, челочка, как вот эта вся. И все, что здесь прямиком уходит, вот это все очень написала вперед. И вот она аркой идет. Вот у меня здесь плоскость носа. И вот она арка. Такая. Не уходя до длины основной. Вот она, арка идет. Вот. И только вот этот волос, который сниз спадает. Тихо. В бороду вообще не видно. Под глазами вообще не видно. Это все волосы вот отсюда вот. Хорошо, и шею спасибо. Вперед. Не надо туда лезть. Вот этому, может быть, надо. Здесь еще не переносится. Оттягиваю вверх. Всю шерсть. Вывожу вот это сюда. И делаю мягкую полировку переход. Как он дал носик поближе? Как он дал носик еще поближе? Я не знаю, как он дал носик поближе. Я не помню. От угла глаза просто открываю. Вот так вот. От угла глаза просто открываю. На удлинение. Угла глаза самая короткая, здесь удлинение. Ой, хоть там почти еще ничего не было, все равно там что-то нашлось. Это кусочек маленький. Господи, ну собачечка, собачечка. Все хорошо, ты красивая, только ты стой. Да пожалуйста. Это просто собачий издевательство. Фил. Дальше. Короче, не будем затекаться. Здесь какая-то фигня. Это все филируется нормально, чтобы. Под мой практически, здесь, да? Да, если здесь нужно, что-то здесь поправляем. Не заходя особенно вниз, да? Да, вниз не заходим. Все только волос. Вот этот волос нужно тоже отрастить. А, вот это отращивается. А сейчас подровняли, потому что не. Просто подровнял, чтобы это все не торчало. Хорошо. Ой, как красиво же. Наша не вычисленная грана. Конечно, может, пальцами сушить. Да. Понятно, причина. Сначала укорачиваем бороду. Я даже не знаю, как он будет содержал все. Вот, держишь, смотри, пальцем фиксируешь. Те же самые косточки, два лежат здесь, да. И один лежит на переносице. Хорошо, на переносице буду класть. Сюда, все сюда подтянула. Убираешь длину подбородка. И филировку уже здесь. Здесь же. Это еще интереснее, конечно, когда он слушается. Это более такой. Я таких просто не так стригу, и они даже, знаешь, как бы когда поведение собаки такое не очень, это невозможно сделать ровно. Я не буду издеваться. Я даже технику не могу указать, как сделать красивую, ровную, круглую голову. Потому что зачем делать что уже красивое? Потому что это непонятно как. Ну не знаю. Полукружка. Вот есть. Заяц, ну пожалуйста. Нет, так уже объяснила, где сосредоточить лишнюю шерсть хотя бы на носике. Только по прямой. Не знаю. Это я сейчас буду стричь просто как попало. Учебу нас как попалось, да, так стригу. Она не будет полноценно круглой, когда в этих проекциях делаешь. Она должна делаться в средней проекции, а с этой проекции ты уже просто доравниваешь. Да. Вот спереди смотрю, вперед подчеркиваю. И вот он, этот кружочек идет. По выходу от уха. Кстати, стригу как-то на эту с этим ухом выгрызли. Еще один главный момент. Вверх голову поднимаешь, вот это все сюда. Ага, вот такие вот места. Вот эти места. Не дыша, как здоровые. Да, забираем сюда. К такому выходу из ушей тоже короткому тяжело подводить. То есть это. Уже на сухую здесь вот управляем. Ну здесь это все начесывается. Вот этой дыры быть не должно, вот туда будут волосы. Ты их как бы украшающие волосы эти соединяешь. Да, получилось, наверное, в прошлый раз забрила, да, наверное? Ну они очень коротко. Так не делать, здесь крошащие волосы. Его если завели выше, его все намешает, оно ничего не торчит, оно не зарастает, оно нормально, все окей. Губы вывели, губы подняли.
видишь, так кругленько должно быть. Вот это у нас тоже очень длинное влазит. Снимаем покороче сделать. Как у шумочек-то? Ровно держи волейбол. Шо? Кружочек подчищаем. Я на него прям смотрю и вижу, что у меня здесь угол. Ага, не круглый нифига. Вот усы. Ну вот он как бы не должен так делать, конечно же, чтобы это все не было птичь. Мягкими легкими движениями по самому контуру проходишься прямыми ножницами. Завершающий этап. После филировочного. Да. Ни шанкерами, да, ничего таким? Нет. Можно пока сейчас заскрыть гнездо и после, но с этим ухом это вообще жить. Ну, типа вот так вот. Второй сюда же. Ах, понятно. Не надо было сразу вот этот вниз рез сделать, грубо. Эту сторону тяжелее делать, которая не подручная? Да нет. Делать тяжело, как для него. Честно говоря. Что? Нифига, для него. Вот эту штуку. Потому что мотнёт головой, вот этот раз всё влазит. Да, да. Не мотает головой. Если здесь это очень длинное, оно сразу вылезет. Вот это не убирается, понятно. Не, ну, не, обычно собаки не вниз. Не вниз. О, конечно же, это не так всё происходит. Не так всё печально. Не приходит, говорим. Здесь успокаивается мастер. Эти маленькие ножнички их тоже затачивают или они не тупятся практически? Потому что они... Да слушай, ну ты их используешь, если оно все такое, да. Не видно, тонкие такие работы. Угу. Здесь должна быть линия. Точки выкрывают. То есть эта дырочка тоже должна прикрываться. Да. Да. Потому что там не сделаешь ровную линию, если так вот как сейчас открыто. Вот это уже хороший отправной пункт вот этого, до этого уха. Плюс открывать уже, значит, когда третьего. Вот этого уха можно. Ты, Филя, хочешь быть красивым? Нет, ну вот без разницы абсолютно, хочу, чтобы его отпустили. Мама будет у тебя гордость носителька. Наконец-то. И не плакать. Это просто, ну, реально, я уже не знаю, как с ним работать, как не делать. Здесь тоже даже у меня будут какие-то завтраки, потому что он просто вообще ничего не дает. Может, уже нормально для сегодняшнего дал? Я уже ничего не вижу. Ах, это скрипит. Никто не видит уже. Куда это лежит? Никто не видит. Мы же еще не высушили голову. Конечно, там спикером. Ну, если он дал посушить, а шапочку не получилось вытянуть. Она могла бы сушить. Кругленько у тебя мордаха. Круглая голова. Очень красиво. То есть нет такого движения, что усы вот так вот вниз срезаются вот так вот ножницами отсюда? Они будут очень короткие. Не всем это делать хватит. Ты их описываешь по длине своей. Угу, вон он так. Ну, а он не супер ровный. Да? Я просто не могу говорить, ну честно. Иногда такое бывает, да. Да вроде все ровно. Очень даже. Не, не очень. Можно значительно лучше, конечно же. Но как бы... Да? Да? Как справляться, когда собака не дается совсем? Да никак. Как пострижаться, честно? Можно, конечно. Часами его настригать, но лучше не станет.
Потому что собака начинает нервничать, нужно выбирать оптимальную политику длительной стрижки и качества стрижки. Ты вообще потом ничего не даст. Ни лапку, ни переднюю, ни заднюю. Да, я финишу. Ну, видно, что четко. Я очень много с ним поняла. Так, лапы, как когти, как брить, какими ножами, что это очень важно. Сюда? Да.